Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И я забираю награду, $80 и 18 монеток. Кстати, у нас 500 бакинских, и я думаю, что есть смысл нам купить телепорты-пропуска. Вот, 100 штучек. Да, я буду 100 штучек брать, отлично. Так, заходим сразу же в магазин. Эй! В магазин и открываем колоду с вами. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Ксевер, что ли? Да, Ксевер Монтес, отлично. Сразу же выполним два задания. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. В общем, сейчас мы это все сделаем. Во-первых, нам нужно поднять уровень персонажа. Сколько у нас? Почти 10 тысяч мутагена. Я думаю, что нам хватит как раз где-то... Во! Микеланджело. Попробуем до полтинничка, наверное, его поднять. Совсем немножко не хватило, да, ребята? Нужно 400, а у меня 2600. Ладно, накопим, потом прокачаем. Здесь обмениваем ДНК. Все, больше ничего нету, да? Забираем реворд за задание и сразиться в боях. Короче, у меня остался всего лишь один персонаж, на котором я могу это дело делать. Это у нас Бибоп. Мы будем искать, но у нас, видите, всего лишь 3 попытки. Этого мало. Тогда будем с вами искать нужные нам материалы для прокачки скиллов. Я думаю, что это тоже хорошо зайдет. Или же, знаете, как мы можем сделать с вами? Смотрите, ребят. Мы вот заходим сюда и просто-напросто на автобое все это дело проходим. Поехали. Так, видеомагнитофон нам достается. Портрет короля. Ума не приложу, зачем здесь портрет короля. Давай вот здесь вот попробуем найти что-нибудь. Вот, смотрите, бинокль. Отслеживающее устройство. Все это, ребят, нам пригодится. Так, 120 мутагена. Опять то же самое у нас. Подожди, у нас хоть зачистить. Ага, все нормально, ребят. Все идет, я думал, может быть, мы с вами в холостую все это делаем. Нет, все засчитывается. Все у нас хорошо. Так, забираем здесь ревард, ребят. Ну, мы с вами ежедневки прошли, да, события, испытания. Поэтому сегодня мы, наверное, будем разруливать лигу. Но здесь, кстати, можно немножечко пофармить. Давайте-ка попробуем, может быть, нам здесь кто-нибудь достанется. Во, морозильная кошка, например, это тоже хорошо. Секундочку, давай-ка еще попробуем. Ну, ё-моё, журнал этот, конечно, мне вообще не сдался. Кружка Олимп. Обалдеть. Так, это мы, ребят, с вами тратим сыр. Ну-ка. Так, 6 осколков. Все не то, ребят, все не то. Ну что ты будешь делать? $2, зачем мне это нужно? Давай что-нибудь нормально. Ну, 3 золотых осколка, ладно, это еще сгодится. Во, Шинигами нам досталось. 2 ДНК, это, кстати, уже хорошо. Сыра еще хватает, давайте. Погоди-ка, может быть, нам вот здесь поискать. Давай-ка рискнем. Сырный телефон. Всю жизнь о нем мечтал. Во, лисица. Так, еще 11 сыра у нас. Так, здесь мы потратим 6. Ага. 30 жетонов нам выпало. И остается лишь 5 сыра. И это можно потратить, ребята, вот здесь. Давай, рискуем. Камень-талик. Ну да, не очень хорошо, конечно. Ну что ж, давайте, наверное, отправимся с вами на турнирную арену. В данный момент я нахожусь в Лиге Сёгунов. А какой у меня ранг? 48. Да, надо нам подниматься до Сёгунов 3 звезды. Ну что же, поехали. Так, у нас 8 откатов с вами. И начну я, пожалуй, с Аллы. Аллочка, давай-ка приступим к разбору полетов. Так, 51 уровень, не будем слишком, ребята, рисковать. Начнем, наверное, вот с сороковничков. Сороковнички и возьмем одного. Ну, давай Ваньку Стиранка возьмем. На всякий случай, ребят. Чтобы он был как подстраховщиком. Потому что основной удар будет делать у нас Леонардо. Это само собой разумеющееся. Так, давай, Лео, бомби. Посмотрим. Так, ну, в принципе, видите, ребята, вы... О, нет! Хорош, блин, ребята. Эйприл взяла и захиляла. Сейчас будет. Сейчас будет больно. Так, кабан. Все-таки они его убили, а? Ты посмотри.
Вот так вот, ребята, вот она, моя очередная ошибка. Ну, тут уже мы вряд ли выиграем. Точнее, выиграть-то выиграем, но бонус мы с вами не получим. Так, Донателло, я вижу, ты собираешься там что-то сделать, этому не бывать. Ну что, расстреляешь, Ваня? Молодец. Блин, ребят, одного бойца все-таки мы с вами потеряли, обидно. Обидно, ничего не поделаешь. Ладно, сколько у нас там получается по бонусам? Сейчас посмотрим, 48-я позиция была, и переходим на 37-ю. То есть на 10 позиций мы с вами поднялись. Ладно, это не так плохо, могло быть и хуже. Клоп. Давайте, ребята, погоди, какой клоп? Будем вот с Джоном. Клоп у нас пока постоит в сторонке и подождет своей очереди, а мы вот, ребята, здесь начнем разбирать. Но в этот раз я сделаю немножко похитрее. Я возьму еще с собой... Давайте вот так вот. Бакстер Стокмана. По-любому он будет ходить сразу после Леонардо. Иначе будет опять труба нам. Делаем вертушку. Смотрим, сколько у нас в живых останется. Ага, Донателло и Рокстеди. Вызываем придурков. Так, Донателло упал. Ну вот, ребят, никогда не угадаешь. Видите, здесь можно было бы, в принципе, и не брать Бакстера Стокмана. Один Шредер практически справился. Но я и хотел проигрывать. Я хотел получать бонусы. Мне нужно за короткий промежуток времени добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды. У нас не так много времени до конца недели. Так что нужно выравниваться, в конце концов. Тем более, вчера я не смог поиграть. И, как говорится, ни на йоту не продвинулся. Так что будем наверстывать все вот это вот упущенное. Раз, два, три... 4. Слушай, они, наверное, не справятся у меня, да? Тут 55 уровень. Давайте мы, наверное, спринтера уберем и возьмем к нам в команду Рахзара. Вот с ним-то как раз будет все четко. Вы помните, да, я прокачал ему скилл на провокацию. И теперь у него не один раунд держится провокация, а два. Ну что ж, делаем вертушку. Кто-то да упадет. Ага, Крис. Еще там кто-то упал. Смотри-ка, Микеланджело тут выеживается. Так, мы с вами делаем, ребят, дополнительную защиту и контратаку. Ах, Усаги, молодец. Посмотри, как он великолепно делает. Ну что же, теперь просто, наверное, будем уже добивать этих ребят, чтобы они тут не выеживались. Ну что, Микеланджело? Пужанул маленько, да? Я вижу, пужанул. Ну что же, довольно хорошо и ровненько мы с вами идем. Первый бой, конечно, получился комом, но это, мы, скажем так, разминочный был. И, черт подери, я думал, что мы сейчас с вами в Лигу Сёгунов 2 звезды залетим. Но нет, не хватило буквально одной ступенечки. Ладно, не беда. Так, герои у нас, ребят, смотрите. Здесь 53 и 51 уровни, да? Здесь у нас 54 даже есть. Хм, давай-ка, наверное, мы вот этот возьмем, да? Кто там у нас? Михаил. Ну-ка, Михаил, давай-ка мы с тобой немножко... подеремся, маленечко буквально. Не волнуйся, больно не будет. Так, кого бы нам взять? 53-й, да, 54-й уровень. Возьмем, наверное, с вами Карайку. В принципе, Леонардо и Карайка должны, наверное, накумарить этого Михаила. Его команду, по крайней мере. Проверим. Так, тут опять Эйприл. Была точнее. Так, ну-ка давай Крик. Да чтоб тебя. Ребята, уже опасно на самом деле. Так, Микеланджело, сможешь пробить? Ай-яй-яй, сейчас, по-моему, кто-то у нас будет ходить. Я вот не знаю, что делать. Давайте попробуем, наверное, вот этого черепашонка уничтожить. Рокстеди. Я-то думал, что ты успеешь сходить. Но нет, не бывать такому. За это он и поплатился. Слушайте, ну я на самом деле немножко пужанулся, потому что я думал, что кто-нибудь сейчас из них сходит. И все, и начнется тут голову, как говорится, с плеч лететь. Так, 85-я позиция, отлично. У нас еще 5 откатов. Это Леонардо будет у нас разруливать. И я, кстати, знаете, что думаю? Может быть, нам... Ладно, возьмем этих. Блин, 53-й уровень здесь уже. Давай-ка тогда мы возьмем с вами, наверное, Змейка Вьюна. Мне все равно приходится чередовать, например, 2 сильных персонажа и 3 слабеньких. По-другому никак нельзя. Ну-ка. Давай-давай, Лео. Так, отлично. Минус 3. Минус... минус 4, ребята. И... Блин, нет. Не получилось. Ну-ка, Шредер.
Да чтоб тебя! Что ж ты такой слабенький-то у нас? Да, вот теперь получилось. И причем замечательно. Так, все целые у меня бонусы в полном размере. Мы сейчас с вами где-то поднимаемся с 85-го, но 74-й, давай. Ух ты, 69-й. Ладно, тем лучше для нас. Я, ребята, буду выбирать героев, вот где много серебра. Потому что я не хочу с голдой драться, тем более здесь уже 60-й уровень. Так, о, тезка, Леха, ну-ка давай-ка попробуем с ним разобраться маленечко. Разберемся маленечко. Так, еще одного персонажа мне нужно взять. И это будет у нас Крис. Нет, я лучше возьму, наверное, Железноголового. И делаю я это, наверное, ребята, зря. А знаете почему? Потому что я трачу самых сильных своих персонажей. Но зато без риска. Видите, сколько в живых осталось. Кого бьет? Крысиного короля в Леонардо. Так, ну-ка, Железноголовый, угости-ка их. Замечательно. Вот и получается, что Леонардо и Железная Голова буквально вдвоем справляются с вражеским отрядом. А остальные так, как говорится, в довесок шли. Блин, получится у нас перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды сегодня или нет, а? Как думаете? Я думаю, что, наверное, не получится. Мы не успеем, хотя у нас еще 3 отката. Леонардо мы возвращаем в отряд. Также я возьму сюда Криса. Криса мы взяли. И давай попробуем. Возьмем Тигра. Возьмем Карайку, наверное, да? И Микеланджело. Но я боюсь, ребята, что Майки у нас быстренько здесь упадет. Он же у нас ватный, помните? С удара падает. Но зато у него есть определенный, ребята, баф, который нам дает у ворот. У-ху-ху-ху. Я не ожидал, вот честно вам скажу, я не ожидал, что вот так вот у нас все это получится. Да, Лео, ты молодец, ты сегодня отличился. Просто с одной вертушки уже в двух боях укладывает всех баньки. С одной вертушки. Хм. А я тут переживаю, думаю, сможем ли мы выиграть или нет. Конечно, сможем, наверное, я надеюсь на это. Так, давай-ка мы возьмем, наверное, вот опять Алла. Что-то, Аллочка, ты зачастила у нас, родная. Так, персонажей маловато у нас, елки-ты-палки. Ну ладно, возьмем вот этих вот. Полтиннички, да, против 56-х уровней. О-о, тут еще хиллер есть. Кирби, он будет хилять. Так что нам, наверное, надо будет сделать, знаете, чего? Уберем, наверное, паукус отсюда, да? И поставим... Подожди. Давай-ка мы сделаем даже немножко по-другому. Мы возьмем Зека сюда. И вот так. Я даже думаю, можно сделать вот так. Ой-ой-ой, я рискую, честно говоря. Что-то я раздухарился. Посмотрим, как у нас сейчас тут. Ага, ну, Зек бросает замедляющую бомбочку. И я надеюсь, что все-таки Леонардо нас не подведет. Блин! Ну-ка, пробьем. Накося! Ха-ха, молодец, Хан, молодец. Свертухан дал этому Рокстеди, и тот валяется. Ну что же, в принципе, ребята, есть шанс перейти. Сейчас мы посмотрим, где мы окажемся с вами. 22-я позиция. Нет, нам не хватит всего лишь одного боя, судя по всему. Сейчас мы с вами проверим. Так, я забираю обратно Леонардо. Раз, два, три. Так, три. Слушай, у меня остается только лишь Рафаэль. Блин. Ну что же, я потрачу всех своих персонажей. И все равно мы с вами не перейдем. Обидно, конечно, это обидно осознавать. Ну-ка, Лео. Хотя вообще замечательно идем. Ну, бомбочка это не поможет, потому что здесь довольно сильные персонажи, так что их легко не пробить. Хе-хе-хе, Микеланджело, ты что делаешь-то? Зачем? Зачем ты так стал делать? Тебе это не поможет. А вот в данный момент я даже не знаю, что и делать-то нам. Сейчас посмотрим. Где-то будет у нас, наверное, позиция 9-я. Может быть, 10-я. Ну-ка. 6-я даже. Ну, я вам и говорил, одного буквально боя нам не хватит. Так, у нас, кстати, с вами 125 монеточек. Пора отправляться в магазин и покупать. Так, у нас еще и сюрикен есть. За сюрикены мы с вами можем приобрести 5 карточек на Донателло. Слушайте, я, наверное, все-таки буду брать здесь Донателло. Да, трачу. Теперь давайте посмотрим, что у нас за осколки.
По-моему, вы ничего мне там не посоветовали хорошего. Хотя кто-то говорил, что Донателло лучше. Поэтому давайте, наверное, Донателло Космос с вами приобретать. Если вы со мной согласны, ребята, то напишите в этом в комментарии, что правильный ли я сделал выбор. Так, и посмотрим, что у нас тут по монеткам. 690, я могу что-нибудь приобрести себе? Могу, между прочим, смотрите, у меня нет ни одного черепашонка из видения. Может быть, нам все-таки начать на кого-нибудь копить? Это я знаю, что Донателло, да? Это Леонардо. Так, вот это, по-моему, Микеланджело, а это Рафаэль. Или наоборот, точно не скажу вам. Или же нам копить вот на кроликов. Но на кроликов у нас не хватает. Значит, это сейчас отпадает. Ладно, ребята, давайте, наверное, все-таки будем... Кого нам быстрее здесь? Вот. Давайте, наверное, Донателло. Вот на него потратим. Все, отлично. Что можем мы еще сейчас сделать с вами? Наверное, ничего. У нас есть куча пиццы. Мы можем с вами крутануть, наверное, рулеточку. С вашего позволения, я думаю, никто не будет против, да? Давайте посмотрим, что нам отсюда может выпасть хорошего. Так, да ладно, Микеланджело, одно ДНК. Ну, это специально, ребят. Это все делается специально. Очень редко, когда тебе выпадает 3 ДНК или 2. Ну, опять сейчас, да? Ну, видел, да? Перескочила. Там она не перескакивала, а тут на тебе. Перескочила. За всю игру, ребят, сколько я играю, мне один раз только... Я хотел сказать, один раз только выпадал пак. И вы видите, на ваших глазах это второй раз происходит за всю игру, сколько я играю. Смотрите, 4 ДНК получаем на Кейси Джонса, фильм. Еще 3, то есть это 7 ДНК. Воу, Рафаэль 3. 8 в общей сложности и 300 сюрикенов. Слушайте, ну это круто, ребят. Не зря я крутал рулеточку. Так, давай-ка вот здесь мы с тобой... Обменяем это все дело. Так, здесь тоже. Погоди, погоди, погоди. А, смотрите-ка, ребят, у нас. Так, мы не будем, наверное, пока тратить. Сейчас я кое-что хочу посмотреть. У нас навыки. Ага. То есть мы с вами накопили определенное количество вещей. Теперь мы можем с вами увеличить скилл. Но у нас, видите, ребята, у нас почему-то все идет на этот, на пассивку. Так, Лео наступает, не считаясь с ценой. В начале хода есть вероятность 25% восстановить. Давайте, наверное, все-таки вот этот вот мы поднимем с вами, да? До 5-й ступени. То есть какой... 30% шанс восстановить себе 20 хп. Это круто. И все, да, больше ничего не можем. А если присмотреться, например, если у Леонардо прокачать... Ага, ну тут уже нужны вот такие имбовые, ребята. Так, а здесь... А здесь нам не хватает вот таких вот 5 чемоданчиков. Можно, в принципе, полутать. Давай-ка посмотрим, ребят. Посмотрим вот здесь. Так, один мы нашли с вами. Уже второй. Третий. Нужно 5, да? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не надо. Давай-ка вот теперь здесь. Так, четвертый. И... Блин, хотел сказать пятый. Нет, не пятый. Да ладно, вы издеваетесь? Вот вы сейчас серьезно это делаете, а? Черт подери, а, ребят, ну как так? Мне совсем немножко не хватило. Ладно, главное на следующей серии не забыть, что мы с вами должны найти еще один вот этот вот ящик и прокачать ему острый и опасный. Это у нас удар, тоже, ребят, с вертушки, но не такой массовый. Ну что, наверное, будем и за... Погоди-ка, погоди-ка секунду. А, здесь обмен. Ладно, обменяем. Ух ты, навык. Так, костюм Баксера наносит судьбоносный удар. В начале хода увеличивает силу атаки на 30%. Угу. А кроме Бакстера мы кому-нибудь... О, у Ваньки, ребята, что-то есть. Так, у Ваньки... В начале хода есть вероятность 15% увеличить силу атаки союзников. Ага, даже вот так вот. Слушайте, ну мы с вами чаще все-таки применяем Бакстера Стокмана. И все-таки левел у него покруче. Я думаю, что надо у него прокачать вот этот вот, ребята, вот эту пассивочку, с вашего позволения. Да, всего лишь третья ступень, но это уже хорошо, ребят. Все-таки уже начали развивать персонажам скиллы. А чем круче скиллы, тем
большая вероятность на ближайшие будущие победы. Ну, вроде бы и все, да, на сегодня. Все, что мы могли с вами сделали. Будем закругляться и обязательно увидимся с вами в следующей серии. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.